На канале «Домашний» состоится повторный показ четырехсерийной мелодрамы «Какой она была», выход которой ожидается 22 июня. В центре сюжета сериала Алексей Баженов. Он опытный и уважаемый хирург, преданный своей работе. В редко выдающийся выходной и краткое он случайно знакомится с молодой девушкой по имени Аля. Девушка в инвалидной коляске, но это не мешает ей радоваться жизни. Алексей с первого взгляда влюбляется и не узнает в ней девчонку, которой 10 лет назад сделал неудачную операцию, после чего она оказалась в инвалидной коляске. Аля же вспоминает его с первого взгляда. И как после этого будут развиваться их отношения? Главные роли в сериале исполнят Александр Попов, Клавдия Дрозд, Михаил Кукуюк, Наталья Калантай и другие. Повтор четырехсерийной мелодрамы «Какой она была» состоится 22 июня на канале «Домашний». Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.